Тихо, тёмка, он умрет через час. У нас заканчивается время. Балди! Балди, пожар! И котёнок, вот тут котёнок. Аня, я не успел тебе вручить главный подарок на день рождения. Это тебе. Призрак, призрак, приди. Не работает. Я так и знала, что это все выдумки. Что это за свет? Не знаю. Ребята, что про... Что? Если ты успеешь за 3 секунды поставить лайк и подписаться, то ни один котенок в мире не будет страдать. Считаю 3, 2, 1. Аня, мы проверили все гаражи и мусорки. Только эти остались. Мне кажется, это не здесь. Здесь совсем другие мусорки. Ладно, хорошо, так. Давай, Ань, только не переживай. Да. Балди, но здесь пусто. Я не знаю, Аня, ты точно уверена, что ты это видела? Что это то место? Я тоже думаю, может, Аня, все-таки в этот раз тебе показалось? Ну, вы знаете, ну тогда Аня никогда не ошибалась раньше. Ладно, давайте проверим все гаражи. Да. Вдруг действительно здесь где-то котенок. Вешалки, шапки, какой-то лимон, шарфики. Но Аня сказала, что там пожара, здесь вообще нет пожара. Вот именно. О, смотрите, я нашел котенка в люке. Аня, ты молодец, смотри. Как она узнала, что он в люке? Анютка, все получилось. Да. Теперь ты рада, котенок теперь у нас, все нормально. А пожар он мог просто потухнуть. Котенок, понимаете? У того не было одного глазика. Подожди, как нет глазика? Глазик? Давайте этот гараж проверим. Давайте, может быть, так. Здесь еще? У нас заканчивается время. Все, что я помню, это то, что на этих мусорных контейнерах были нарисованы какие-то пластиковые бутылки. Да. Какие значки? Это же свалка, ребята, я понял. На свалке на баках рисуют иллюстрации бутылочек. Какой мусор туда бросать? Точно, для распределения мусора. Да. Это та свалка, где ты нашел кровать для Ани. Ну да, помните, зачем вы ей сказали? Она теперь на меня обидится. Тихо, мы пришли на свалку. Ой, вот это охранник называет, задрыхла. Может, разбудим ее или не будем? Не знаю. Пройдем тихонько. А вдруг это не здесь? Давай пока пройдем спокойно. Хорошо. Хотя, нашла когда спать, а вдруг тут у нее на свалке пожар? Ну ладно, пойдемте она скорее. Она не знает об этом. Аня, да, Аня, что ты видела? Вспоминай. Это то место, ты узнаешь картинки? Балди! Балди, пожар! Пожар! И котенок! Вот тут котенок! Так, где огнетушитель? Огнетушитель нужно. Скорее! Давай, давай, туши, туши! Так, ладно, сейчас, ой, что-то у них включается, Полина, не получается. На кнопку, Балди, там есть кнопка. Нажми, вот так вот. На рычаг, на рычаг. Полина, может, у тебя получится? Кидай! Полина, давай, кидай мне! Давай! А, я не знаю, я не знаю, на что нажать! Полина, ты же сама говорила, на что нажать! Полина, да ты не умейка вообще! Он не работает, ребята, вдруг он сломан! Горит! О, все! Заработала! Заработала, все, Полина, давай мне обратно! Прямо на Балди сломан! Балди, меня, короче, не надо меня тушить, отдай огнетушитель, детям мне игрушка! Все, Балди, давай туши, быстрее! Я за тобой тут потушу! В смысле, ты что за мной прячешься, Балди? Не, я смелый, ты что? Балди, тебе нельзя пожарником! Я же супер пожарник, супермен! Так, Балди, все потушу! Не в глаза! Все! Скорее, котенка, забираю! Моя зоечка, ты все хорошо, не переживай. Да, это тот, он как раз котенок. Без глаза. Спасли. Балди. А вот эти два хулигана. Вы зачем пожар тут устроили? И котенка туда посадили. Как вы могли такое сделать? Еще и котенка обидели. Что-то у меня огнетушитель, Малина, не выключается. Балди, давай их накажем. Не знаю, родители в школу вызывают. Они убегают. А ну, срочно родители в школу. Ладно, Балди, пусть уходят. Главное, что котенка спасли. И огнетушитель поломали. Балди, закрывай огнетушитель. А что ты, Малина, я не умею. Не получается. О, Балди. Не выключается. Ты ходячее несчастье. Ладно. Ну, главное, Анютка, все. Теперь а это же та бутылка, после которой котенок лишился глаза. Какой ужас, как они могли? Нам они... нужно его полечить. Ребята, как вы думаете, мы сможем его спасти, Аня? Давайте в ветеринарную клинику отвезем, и может они его вылечат или хотя бы спасут. Отправляемся. Ну все, Анютка, не переживай, сейчас котятам помогут. Да. Итак, скажите, пожалуйста, кто тут врач? Пожалуйста, можно я этого котенка без глазика оставлю себе? Анечка, прости, но у нас квартиры даже нет своей. Да. Ну, может, хозяйка не разрешит. Не переживайте, у нас лучшая клиника для животных. Мы их подлечим и потом найдем им новые семьи. Сейчас быстренько сделаю укольчик. Не переживай, котенок. Как только мы сможем купить свое жилье, мы заберем тебя. Я тебя очень люблю. Ты будешь моим другом. Навсегда. Сегодня после урока физры вас ждет огромный сюрприз. Так, Диана, расскажи мне, почему ты...
ты не помогла мне спасти котенка. Я ничего не знаю, зато ты провела классно свой день рождения, поняла? Что? Диана, ты о чем? Подожди, ты знаешь, что Макс был у меня на дне рождения? Конечно, знаю. Ты из-за него? Ой, Макс, да не ревнуй меня, что ты? Привет, девочки, а о чем вы разговариваете? Привет, Макс. Аня, ты спасла котенка? Да, спасла. Ну вот видишь, отлично отметила свой день рождения и котенка спасла. Молодец! Здравствуйте, школьники! Я ваш учитель математики Балд. Я вам покажу тайные комнаты. Кто знает, какая в этой комнате тайна? Ух ты, это же мой папа Балди. Ну и что, зато мой папа Влад А4. Я знаю легенду про эту комнату. Говорят, что здесь есть 3 кнопки. И если их нажать, откроется тайник в стене. Что? Какой секретный тайник? Я не знаю никаких тайников. Что ты говоришь, убрать все надо? Давайте поубираем. Ну ладно. Ну, вообще-то это неправда. Ну ладно, Балди, давай уберем. И что, пока нет? 3 кнопки. А, вот она! Открылась! Точно, я слышала, в школе говорят, что при помощи одного из предметов, которые спрятаны здесь, можно вызвать призрака. Так, ну это точно не палка. И не эта палка. Так, бриллиант? Да нет, может быть, это все-таки он? Ребята, нет, это же призрак. Смотрите, точно, я тоже помню эту легенду. Чего, призраки? А где призраки? Откуда вы это все знаете? Где вы это все берете вообще? Слушай, ну, надеюсь, вы в это все не верите? Пойдемте к следующему учителю. Я ребятам показал первый этаж, показывайте теперь второй. Ну что, школьники, а кто знает легенду про эту комнату? Я знаю, и я. Говорят, что 2 мальчика исчезли, их призраки забрали. Ну, дети, вы что, в это верите? Ладно, я сейчас быстро к вам вернусь, подождите. Я тоже слышал. Говорят, что за одной из картин спрятана вот эта именно доска. Чего вы смеетесь с меня? Ну ты смешной. Я правда говорю, за одной из картин, по легенде. Ребята, что? Вы серьезно? Это та самая доска, которая вызывает призраков. Если собрать все 4 предмета, то можно вызвать духа. Так, дети, что вы здесь делаете? А, ничего, ничего. Пойдемте в следующую комнату скорее. А кто знает, что в этой комнате произошло? Это тот же мальчик, который исчез. А, дети, ладно, идемте на нижний этаж. Я взяла эту коробку. Ну что, а в этой комнате? Вы помните эту легенду? Ну же, это только легенда, я сейчас вернусь. Ребята, это же тот шар. Где-то он здесь находится. Говорят, что это второй предмет для вызова призрака. Аня, извини, и подожди, пожалуйста. Я не успел отдать тебе подарок. Вот этот самый главный на день рождения. Это мне? Да, Ань, возьми, открой дома. Хорошо, Макс, я прочитаю его дома. Так, ну здесь должен был быть шар. Слушайте, а может быть вот это шарик он? Да нет, должен быть волшебный. Подождите, а в этой комнате не он случайно? Смотрите. Так, ну это глобус. А вот этот шар, он очень похож на волшебный. Точно, это именно он. А еще, да, здесь точно должен быть сейф. Говорят, что в нем есть 2 последних артефакта, чтобы вызвать призрака. Ну что, никому еще не страшно? Да это все выдумки. Ну давайте проверим. Что? Вы серьезно? Там сейф, ребята. И здесь есть заклинание для вызова призрака. И еще последний артефакт. Ребята, мне страшно. Да ладно, нужно найти где-то комнату и попытаться вызвать призраков. А вдруг это все правда? Ребят, ну вы серьезно, вы в это верите? Не знаю, но нам нужно это проверить. Идемте в укромное место, где-то найдем. Где мы? Кто знает? Не знаю. Ух ты! Вы видите то же, что и я? Ребята, это призрак! Где? Ну вон идет, смотрите сбоку! Нет! Да, это призрак! Быстрее! Так мы еще никого не вызвали! Ребята, бежим! Это призрак! Быстрее! Дети, я вас просто пранканул! Ну всякое бывает, вы что, поверили? Мы же с вами в зоне Хэллоуина!
Нас вызвала Т4. Здравствуйте. Он нам это арендовал. О, папа, ты самый лучший. Да, у Влада А4 здесь съемки новых серий по Хэллоуину. Привет, ребята. У нас лучшие серии. Да, а мы для вас арендовали целый замок. Развлекайтесь, дети, к Хэллоуину. Спасибо, Влад А4. Я же говорила, мой папа Влад А4 лучший. Ладно, девчонки, давайте здесь. Соберемся в круг, разожжем свечи и попробуем вызвать призрака. Ну вы серьезно? Вы это доверите? Ладно вам, давайте попробуем. Давайте. Так, ты свечки уже поставила? Я достала шар, положила нашу доску. Что осталось? Где-то должно быть заклинание. Да и мне смешно, я в это во все не верю. Ну ладно тебе, давай попробуем. Так, заклинание я достала. Но нам что-то не хватает. Слушайте, вот этот череп маленький. Ну и что? Ничего не происходит. Ну да, Аня, все это ерунда. Подождите, нужно же призрака-ленивца достать. Ну что, давайте попробуем. Что-то не работает. Эх, все это выдумки, я так и знала, что это неправда. Давайте свет потушим. Призрак, призрак, приди. Призрак-ленивца, приди. Не работает. Я так и знала, что это все выдумки. Призрак-ленивца, приди. Мне очень смешно. А мне страшно немного. А вдруг работает? Посмотри, какая загадочная кнопка. Она загорелась на доске. Ребята, а вдруг это все правда? Да ладно вам. А я верю. А мне нет. Ну ладно, давайте попробуем. Но почему она не работает? Может быть... Что это за свет? Не знаю. Ребята, что... Что? Вы серьезно? Это призрак-ленивца, мне страшно! Вы правда его вызвали? О боже мой, все получилось! Мы просто маги! Ребята, это так круто! Слушайте, ребят, а мы призрака вызывали из больницы? А, что происходит? Диана, ты это видишь? Аня, ты тоже это видишь? Кошмар, это с синими волосами! Девочки, вы о чем? Никого нет! Сзади тебя, Макс! Ты не спасала котенка. Призрак пришел за тобой. А в нашем дискордике, ссылочка в описании, мы с вами обсуждаем, что будет дальше в этом сериале. Давайте соберем 30 тысяч лайков и обязательно выйдет следующая серия. Не забывай про наши каналы Валеришка Геймсплей, Макс и новая серия на Валеришка Фэмили. Вы так это ждали. Не забывай, солнышко, ты самая лучшая. Хочешь, любишь. Всем пока-пока.